Термос от компании Термос, модель GNL-356. Серия GNL представляет собой питьевые бутылки или термоса, и так это будет правильно, которые в основном рассчитаны на использование с холодными напитками. Дело не в том, что здесь какая-то другая конструкция колбы, а в том, какая здесь крышка. Она позволяет быстро пить воду на ходу, и, соответственно, если вы туда зальете кипяток, это будет просто не очень безопасно, поэтому часто указывают, что это именно для холодных напитков. GNL-356 — это самый маленький термос в этой серии. Его объем 350 мл, весит это изделие всего 170 грамм, высота 17,5 см и диаметр 6,5. Такой термос подходит не только для того, чтобы носить его в кармане или в рюкзаке. Он рассчитан на то, что вы его можете использовать с бутылкодержателями на велосипеде, соответственно, можно брать его на велопрогулки. Маленький объем отлично подходит для городского использования. Также подойдет детям, которым не нужно такое количество жидкости, и заодно термос будет полегче. Крышка оборудована фиксатором для того, чтобы она самопроизвольно не открывалась. И с помощью кнопки открывается, и, собственно, все, можно пить. Если используете его под горячее, обязательно будьте аккуратны и наливайте содержимое в кружку. Для того, чтобы термос было удобнее использовать, он также имеет систему фиксации крышки, и она открыта больше, чем на 180 градусов. Соответственно, когда вы пьете, она не падает вам на лицо, и это тоже удобно. Здесь есть силиконовая прокладка, которая делает, собственно, крышку герметичной, и также уплотнителем тоже является силиконовое кольцо. Это все не содержит бисфенола А и также не содержит поливинилхлорида. Соответственно, это целиком экологичный продукт, и он безопасен для вашего здоровья. GNL-356 — это отличное решение для города, для людей, которым не нужно большое количество теплой или холодной жидкости с собой. Также отлично подойдет для детей, и помните, что он совместим с бутылкодержателем вашего велосипеда. Получайте удовольствие от прогулок, отправляйтесь в интересные места, берите с собой друзей, а за снаряжением приходите к нам на Сайкино 4 в спортмарафон.